Сегодня в районе 2 часов дня напротив дома номер 56 по улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Он, не спешившись, а это сразу отметим, грубое нарушение правил дорожного движения, проезжал нерегулируемый пешеходный переход, где на него совершил наезд автомобиль. Велосипедист был доставлен в больницу. В связи с данным дорожно-транспортным происшествием я бы хотел обратиться ко всем участникам дорожного движения, напомнить им, что погодные условия ухудшились, поэтому нужно быть гораздо внимательнее на дорогах. Ну и, соответственно, к родителям вообще всех велосипедистов несовершеннолетних необходимо напомнить, что пешеходные регулируемые и нерегулируемые переходы необходимо спешиваться и уже, соответственно, в пешем порядке переходить проезжую часть. К счастью, юный велосипедист отделался ушибами, а ведь такое нарушение правил дорожного движения могло обойтись для него более дорогой ценой. Ценой здоровья и даже жизни. Будем же внимательными друг к другу на дороге, чтобы уберечь себя и окружающих от подобных случаев.